«Унылая пора, а чей очарование», так писал об осени великий Пушкин. Это действительно, пожалуй, самое поэтичное время года. Мы ждем шуршания листьев не меньше, чем первого снега. В разноцветных листьях, в пышном природу увядания, завораживающая красота осени. Но зачастую именно в это время года у людей начинается осенняя хандра. Как ее избежать? Советы дают тверичане и медики. Об этом прямо сейчас. Банальная и логичная мысль. Осень наступает раз в год на протяжении всей жизни. 3 месяца, 91 день, часы считать не будем. Если у вас есть предрасположенность к осенней хандре, то необходимо как можно раньше заняться ее лечением. Безумно жалко тратить столько времени на печаль и тоску, особенно если это легко убирается. С Ириной стоит взять пример и позаимствовать опыт, как не попасть во власть плохого настроения. Главное, по мнению девушки, правильно организовать себе досуг. Мы с детишками любим гулять на свежем воздухе, весело проводим время, собираем красивые листочки. Осень дарит нам яркие краски, от этого настроение только все ярче и краше. А шелест сухих листьев – это просто невозможно передать. Нам очень нравится гулять в осенние денечки. Осень – прощальный карнавал природы. Глаза радуются. И чем больше солнца, тем ярче цвета. А вот как мы будем их воспринимать, все зависит от наших ассоциаций. Наталья каждый раз, выходя из своего дома, радуется своему богатому урожаю. Девушка вырастила тыкву весом ни много ни мало 403 килограмма. Ну как тут грустить, когда в огороде такой осенний подарок? Наталья и ее гигантский плод стали пятыми во всероссийском конкурсе гигантоводов. И питаться, конечно, надо по сезону. Осенью – это яблоки, тыква, капуста, кабачки и другие овощи и фрукты. Сделать запас витаминов в организме невозможно, подчеркивает профессор Галина Джулай. Но подпитывать свой организм витаминами можно и нужно в любое время года. Такое прекрасное наследие Советского Союза, как любовь к дачным участкам и к своим овощам и фруктам, она нам, что называется, на руку. Потому что вот именно она обеспечивает нам сезонное питание, свежие продукты, которые с грядки, которые не имеют долгого срока хранения, которые по максимуму сохранили витамины и все другие полезные вещества, является залогом сохранения и поддержания здоровья. Самый сложный осенний период – середина октября по ноябрь. Режим, активность, радость, яркость – все это вы можете внести в свою жизнь самостоятельно, изменить эту осень и все последующие. И самое главное, если жизнь человека активна и наполнена любой деятельностью, приятными хлопотами и заботами, ему просто некогда хандрить, да и не хочется. Желаю вам активности, счастья и яркой осени.